Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией о видео. Мы ждем информационную информацию в сегодняшнем видео по проекту Бабкэш из серии Бабпоинтов. Вчера я заказала очередной вывод. Все замечательно, друзья. Проект платит. И у меня вот в данный момент баланс по нулям, так как я вчера уже поздно вечером денежка поступила на кошелек. Перейдем в историю, вывод. И вот 20 ноября 2.01, 2 доллара 1 цент, комплект, все замечательно. Идем на почту, плюс 2 доллара 1 цент 20 ноября. И комментарий, Бабкэш, вывод. Видим. Продолжаю, естественно, я работать в этом проекте. И что еще я хочу сказать. Я начинала здесь работать 17 июня. И я делала депозит, единственный мой депозит, 2 доллара. Это июнь, июль, август, сентябрь. Ну вот уже полгода работает. Вот. Так что я его развиваю все из заработанных денежных средств. На данный момент у меня я нахожусь в третьей группе. Ну и мои рекламки, которые я просматриваю. Вот это дополнительные баб-поинты тут дают подзаработать. А это вот моя рекламка. Вот. Ежедневно я их просматриваю и, естественно, мне идут начисления. Далее, также здесь можно увеличивать баб-поинт. Посмотрите, вот здесь всего-всего-всего. Уже сами посмотрите. Также можно подзаработать. Ну и есть у меня аналогичные проекты. Тоже из серии баб-поинтов. Замечательный также платит вот этот. Я позавчера, по-моему, да, позавчера вроде я его с него выводила. Кликс 4 букс также платит. Спектру АДС. Здесь я точно так же работаю. У меня здесь рекламка поступает в 20.00 по московскому времени. Это вечером уже. И вот этот тоже проект ПТС Сага свеженький. Здесь у меня рекламка поступает уже в 22.00. Я жду 10 вечера. Ну, можно, конечно, и утром просмотреть. Ну, чтобы утром быть посвободнее немножечко, я просматриваю их вечером в основном. Редко, когда я с утра. Также замечательный проект. Все ссылочки я оставлю в описании под видео. Кого что заинтересует, зайдете, посмотрите, почитаете, как бы изучите. Может, кого что и зацепит. Ну, а этот замечательно. Админ развивает этот проект. У него здесь постоянно какие-то конкурсы и видео. Иногда за видео он платит, но я ничего не отправляю в видео, как бы в конкурсе не участвую. Там я переводила. Желательно все, чтобы было на английском языке. Ну, пусть зарубежные товарищи участвуют в конкурсе. В принципе, это все. Продолжаем работать. Всем удачи. До новых встреч!